Непосредственно Министерство строительства получило, было отдано поручение обеспечить синхронизацию между как исполнительными органами профильными Камчатского края, задействованных в создании объектов инженерной и социальной инфраструктуры, так и не муниципальных образований. Буквально в течение 10-15 дней мы должны определить перечень земельных участков, на котором должна быть подведена инженерная инфраструктура, ну, в масштабных проектах, не один-два дома, а именно задача обеспечить подведение к площадкам, на которых возможно строить там, ну, десятки тысяч квадратных метров, как в многоквартирных домах, так и в формате ИЖС. В настоящий момент мы ведем параллельную работу по обращению в Дом РФ за предоставлением кредитной линии по инфраструктурным облигациям. Дело достаточно новое, пока ни один из регионов Российской Федерации эту программу по получению кредитов по инфраструктурным облигациям не прошел до конца. То есть мы будем в числе условно первой десятки регионов.